Новая ценовая политика российского Норс, снизившего цену на 20%, чтобы конкурировать с европейскими продавцами, возвращающими налог с продаж при отправке за пределы Евросоюза, сделала очень привлекательным комбо-комплект нового гидрофойла от Норс. К сожалению, не удалось попробовать доску. На станции в прокате потеряли крепеж, но фойл без проблем встал на кайтборд АСД. Алюминиевая мачта 65 см, фюзеляж и крылья из композита. Крыло с большим размахом загнуто на концах, имеет выраженный профиль. Стабилизатор предусматривает настройку угла, регулируя выход на крыло. Фойл в сборе имеет ощутимый вес, вряд ли меньше 5 кг. Композитное износостойкое покрытие. Лагуна на Лемарне не очень глубокая, но следов повреждения особо не видно. Практически с места выходит на крыло. Очень неожиданно, даже не знаю, какая при этом скорость. Его стабильность и хорошая маневренность откровенно порадовали. Большой стабилизатор и длинный фюзеляж значительно упрощают смену стойки на крыле. Чтобы использовать пампинг при поворотах, потребуется давить значительно сильнее для того, чтобы раскачать фойл. При повышенной стабильности удивляет небольшой радиус поворотов. Даже без особых кренов это позволит остаться на крыле на короткой мачте. Пожалуй, это один из лучших фойлов для обучения, который будет интересен своим ранним выходом на крыло в условиях слабого ветра. Мне не показался он очень быстрым, но отличная маневренность, удивительно сочетающаяся с большой стабильностью, здорово пригодится для катания на фойле без петель.